Привет, друзья! С вами Даша. И сегодня я вам расскажу про новую молодую платформу WoWSwap. WoWSwap – это протокол, принадлежащий сообществу, основанный на простой идее. Поставщики ликвидности могут создавать кредитные пулы BNB-BUSD, а трейдеры могут занимать эти средства, чтобы покупать до 5 раз больше токенов на PancakeSwap. Плата за протокол, процентные ставки для кредиторов и заемщиков, а также коэффициенты ликвидации и другие параметры определяются держателями токена WoW. Это токен управления протокола. Хотя основной запуск запланирован на середину апреля этого года, сегодня WoWSwap выпустил предварительный просмотр протокола, который позволяет трейдерам покупать и продавать более 20 основных токенов на Binance Smart Chain. Ранее, в прошлом месяце, WoWSwap установил новый мировой рекорд как самую быструю продажу токенов за всю историю, закрыв свой жесткий предел в $700 000 за 9 секунд. Высокий спрос со стороны инвесторов объясняется подрывным вариантом использования, который WoWSwap приносит в индустрию DeFi. Протокол применяет концепцию микрофинансирования в DeFi. Кредиторы сужают деньги заемщикам с высоким уровнем риска, но взимают взамен высокие процентные ставки, что приводит к невиданной ранее годовой процентной ставке в размере 500 000% и более. Поскольку трейдер с кредитным плечом обычно не удерживает свои позиции слишком долго, вместо API WoWSwap работает с почасовой процентной ставкой, которая колеблется в зависимости от использования кредитного пула. Выплата 2,43% годовых за один день может показаться большой суммой, но если токен, купленный трейдером, вырастет на 20% в тот же день, с пятикратным кредитным плечом трейдер получит 90% чистой прибыли после выплаты кредита с процентами. Цель этого предварительного просмотра – запустить и протестировать смарт-контракт прокси токена протокола WoW, который является важным компонентом, позволяющим механизму торговли с кредитным плечом творить чудеса. Прокси-токены привязаны один к одному к базовым токенам и удерживаются смарт-контрактом WoW от вашего имени. Каждый раз, когда вы продаете прокси-токены, WoWSwap автоматически конвертирует их в базовые токены, обменивает их на PancakeSwap и отправляет вам средства. Как же использовать предварительный просмотр? Во-первых, необходимо перейти на wowswap.io. Все данные я оставлю в описании под видео. Подключить свой кошелек через MetaMask и убедиться, что вы находитесь в Binance Smart Chain. Это важно. Если вы не знаете, как подключиться к Binance Smart Chain, то всегда можно найти руководство и прочитать. Также я в своих прошлых видео тоже показывала, как подключать кошелек Binance Smart Chain, поэтому переходите и смотрите. Далее в поле надо выбрать BNB или BUSD. На данный момент вы не можете изменить кредитное плечо, но оно установлено на 1x, что означает, что вы собираетесь покупать токены только на свои собственные средства. Далее выбираете токен, который вы хотите купить, и нажимаете Swap. Также подтвердить транзакцию в MetaMask. На экране подтверждения нажать кнопку «Добавить токен в MetaMask». Также каждый день в течение следующей недели по 6 апреля они будут награждать 10 случайных трейдеров по 3 WoW каждому. Для участия в этом ежедневном конкурсе вам необходимо совершить как минимум 3 обмена с BNB на WoW и наоборот. Каждый своп должен быть не менее 3 BNB. Победители будут объявляться ежедневно. На этом у меня все. Всю информацию о платформе смотрите в описании под видео. Не забываем поддержать меня и подписаться на мой канал. Чем вас больше, тем радостнее мне. До встречи в новом видео.